Ладно, какая-то первая игра кома. Ну, я первый раз играю на этом сейфе. Но пока что-то вообще ничего не получается. Я уже не камбэкну, скорее всего. Ебать, у чела 800 ММРов. Он нас соло сейчас отпиздошит или как? Куда мне, в мид? Если я на финде. В мид это вроде, если ты готов, типа, ну, прям пиздиться. А я вроде не особо, мне кажется, готов. Ваш ход. Тогда я сюда. С краешку покачаюсь. Ну, я Magic финт, очевидно. Через юльчик. Другого варианта я не вижу. Блять. Сейчас раскликаюсь. Все, короче, я фул фокус, блядь. Без шуток, блядь. Разъебочка. ZXC. Ну вот это, наверное, надо брать. Если я маг, чародей. Кто это? Лич? Давай. Запиздимся с тобой. Блин, он какой-то слабенький. Вот Варлок сильный, я не знаю. Лич вообще какой-то бот. Через Кайлы играем, очевидно. Короче, рассказываю, кто не шарит. Мой талант, когда я нажимаю, когда я попадаю тремя Кайлами, у меня три Кайла обновляются. Поняли? Да я в ахуе. Куда они бегут? Ладно, все. Ноль эмоций. О. Без. Айс! Мне кажется, я фармить должен, а не вот этой хуйней заниматься. Че, мышкой качать? Ценечек, твой талант это пиздеть на всех игроков на 30 гзрилов и продвигать религию фруктование банок, Койлов проснись. Увы, увы. Так, там пиздилка, я пошел. Если бы Кайлы не проебал, убил бы. Да, у него много урона, конечно. Он забашил? Он меня забашил с руки? Раз в 10 секунд ваша атака глушит цель на 1 секунду. Ладно, гений какой-то вообще. Только не крит. А почему у него это радик или что? Почему он меня сбивал блин, когда просто рядом бежал? Ладно, какая-то первая игра кома. Ну, я первый раз играю на этом сейфе. Но пока что-то вообще ничего не получается. Хотя, кто знает, может быть, камбэк будет чаще. На самом деле, я думаю, даже пока фармить мне было намного лучше, чем гангать. Я просто как-то вообще со всеми гангами обосрался. Забашился опять от чего-то. Какие-то все башат меня, я не знаю, я не понимаю, как мне станет, блять, просто башит, блять, видит. Мне кажется, мой герой настолько быстро фармит, а я все это время пытался убивать и никого не убил. Я уже не камбэкну, скорее всего. Бля, он опять разговаривает. Бля, тварь. Закрой, соединяйся.
Ладно, я камбэкнул, нормально. Бля. Забыл на какую кнопку. Ой, больно. Я соберу их всех. Я не готов. Души манят меня. Бля, надо было, короче, дождаться просто и взорвать его через ульту. Я просто думал, я его с трех колов убью. Не вышло. Бля, что с пуджон-то делать? О! Так я наконец-то нормальный талант получил. Теперь им пизда. Нулик. Кстати, Void Spirit без байбека. Бля, мне на самом деле в идеале, надо Эмбер ебать. А чтобы Эмбер ебать, надо парня нормально поставить. Я не могу. Ха-ха, это ужас. Ебать. Бля. Бля, ну против нулика и вправду приема нет. Кроме хиса. Чел, короче, отжал у меня правую часть, да? Просто стоит, меня там ждет. Бля, и у этого БКБ, да? Ну, бля, ну вот Эмбер самый фри. Ну, я не могу его поймать просто. Он как будто бы каждый мой мув знает. И потом сразу же пошел, там вард снял вообще. Так, может здесь подсосу какой-то кинчик? Так, ну все, наконец-то у меня есть 5 секунд. Вот это, наверное. О. Мне кажется, я басулин. Ну как кажется, я точно басу. Бля, что я взял? Ну вот ее сложно убивать, у нее много хп. Так, пуш топ-1 сервер, я топ-2, нормально. Your tower is under attack. Отлично. Это вообще пиздец. Особенно героев убивать я вообще не писал, да? Опа. Мне не кажется, или ты стал на шаг? Я в столице? Из-за этих лагов вообще нихуя не понятно.
Что-то с этого чела вообще в голосяру пиздец. Бля, про шард забыл. О, ребят, бля, сори. Я реально забыл про шард, сори. Спасибо, что напомнил. Пиздец, я 37 минут без шарда играл, хоть. Ебать, Лина выиграл. Вылетела первая? Все, брат, пора проебывать на эмбере. Заебал ты меня. Че, ТП нажать? Чего, вообще похуй? А, патруль фармил, да? Хорошо. А, так его фантом вообще убьет, он проиграет. Ну, он байбек нажмет. Отключение. Бля, вот прикиньте, задрочить этого финда. Ты так сервачок будешь трахать каждую. Блять, это же просто... Вот еще и на сер... нужно просто создавать на Стокгольме или где там, чтоб не лагало. И все. Надо всех соседей отъебать. То есть моя следующая цель — это фантом. Опа. 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 Your tower is under attack. А, у него это не травка ебаная? А, я промахнулся! Бля, это бук ебаный. А, my bad. Плохо кнопки нажал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, окей. Пуч снес рака. Ну, пуч, пока я этого чела ёбнул. Воспользовался моментом. А у него же бая нет. Короче, надо смотреть, ребят. Основная задача — это сейчас чел на па. Это моя основная задача. Я сейчас покажу, как раков убивать. Показываю. Ух ты, ебать. Как он меня видит? Бля, я же поставил в центре, там нету... А, здесь вард, ёбаный в рот. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, я в биндах путаюсь. Баш с первой. Ну, для первой игры нормально, если честно. Еще лагов не было, было вообще специально. Но старт был полностью провален. Ну, кто? Я с Пуджом 1-1? Подождите, а может против Пуджа мне что-то, ну, купить уникальное? Вот конкретно именно... Ага. Ага. Лаки... Я не могу развернуться.
просто не разворачивается герой. Не-не-не, я его так обоссал, так что я его сейчас вынесу. Ну типа я просто гоню для этого, хватит. Да блядь, ты чел заебал реально. Пора умирать. Это, наверное? Ну вы пишите 1, 2, 3, блядь! Если ты не против... Но вы смеялись вначале, ебать. У всех может неудачный старт быть.